Привет всем! Сегодня мы поговорим о двух поистине интереснейших приложениях Windows 8.1, можно так сказать, эксклюзивными приложениями. Первое из них — это приложение Fresh Paint. Fresh Paint — это поистине простое в использовании бесплатное приложение, которое включает функцию рисования масляными красками, акварелью и карандашами, и все необходимые для творчества инструменты. Вы можете создавать уникальные шедевры, превращать фотографии в красивые картинки, выбирать страницы раскраски для детей и даже получать распечатки ваших удивительных творений на холсте. Кем бы вы ни были, профессиональным художником, любителем или ребенком, Fresh Paint поможет вам воплотить в жизнь ваши фантазии. Fresh Paint — это самое классное приложение для Windows 8. Краски, графитовые карандаши и кисти чрезвычайно реалистичны. Они помогут вам создавать произведения, которые выглядят как настоящая живопись или графика. Превратите фотографии в картины в несколько щелчков. Выбирайте различные виды кистей и меняйте их размеры. С легкостью исправляйте ошибки с помощью ластика или кнопки «назад». Если посчитали, что произведение искусства готово, нажмите кнопку вентилятора, чтобы мгновенно высушить все краски на вашем холсте. Теперь вы можете порадовать своих друзей и близких своими произведениями в несколько щелчков. Поэтому, если вы стали счастливым обладателем трекпада или планшета под управлением Windows 8.1, то несмотря на всю простоту приложения, у вас появится рисовалка с возможностями, которые будут ограничены лишь вашей фантазией. Но хорошего понемножку, а мы переходим к еще одной новинке и радости для ушей к приложению TenTracks. Пару слов о приложении. Больше не нужно заботиться о свободном месте, вы можете загрузить всю свою музыкальную коллекцию и прослушивать ее, не используя память телефона. Также можно выбрать треки, которые будут доступны без интернета. TenTracks дарит вам до 40 гигабайт бесплатно. То есть вы грузите свою музыку в виртуальное хранилище и все. Слушайте любимые треки где угодно и самое главное, когда угодно. Приложение замечательно работает даже с ВК. Вы можете импортировать всю свою музыку из контактов хранилища, что я и сделал. И теперь вам не обязательно иметь подключение к интернету, чтобы прослушать треки. Если честно, я не понимаю, как это работает, но это работает, и это круто. На этом с фичами на сегодня все. Если хотите новую порцию фич или секретов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кстати, странно, если вы этого еще не сделали. В общем, следите за нашими новыми видео, оставляйте комменты, ведь это поможет стать нам лучше. Спасибо за терпение и за то, что досмотрели до конца. До скорых встреч!